В данном видео я расскажу вам о самых жутких метеоритных мутантах, показанных в сериале «Тайны Смолвиля». Что ты хочешь? Поиграть. Играйте в безопасные игры. Викинги – это те самые ламповые стратегии и RPG из 90-х и нулевых, в которые мы так любили залипать. Но теперь это все в твоем мобильном и онлайн. Знаете, в чем сильная сторона викингов? В никогда не заканчивающейся борьбе за ресурсы, в создании новых союзных альянсов и невероятных ежедневных ивентах. А еще это 20 миллионов онлайн-игроков, у которых свой неповторимый стиль игры. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео, и тогда вы получите 200 голды и бесплатный щит. Также обращаю ваше внимание, что викинги не только храбрые воины, но и очень щедрые ребята. Они уже разыграли 20 айфонов и 8 макбуков. Если вы тоже хотите получить шанс выиграть айфон или макбук, то у меня для вас хорошие новости. Мы совместно с создателями игры «Викинги» в сентябре проводим для вас конкурс. В нем участвуют 2 новых iPhone 10 и суперприз новый MacBook Pro. Хотите получить iPhone 10? Скачайте викингов по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня дворца. Хотите выиграть MacBook Pro? Просто достигните самого высокого уровня до конца месяца среди остальных участников. Розыгрыш состоится 1 октября. Все подробности, как забрать свой приз, в группе ВК. Ссылка также в описании. Персонажи этого видео называют по-разному. Это и метеоритные уроды или мутанты, фрики недели на манер секретных материалов, а также мета-люди с временными или постоянными способностями. Свои силы они получили благодаря воздействию криптонита, который оказался на Земле после взрыва родной планеты Супермена. В мой список попали те люди, которые не только мутировали благодаря зеленым камням, но и немножко или полностью сошли с ума, после чего стали применять свои силы, чтобы калечить и убивать окружающих. Фрики взяты только из первого сезона, и если вам это видео понравится, то будут разобраны и остальные. Итак, поехали! Грегори Аркин, также известный как Жучок. Замкнутый подросток, посвящавший большую часть своего времени сбору разных насекомых, которыми он был просто одержим. Не бойтесь, малыши. Я отвезу вас в безопасное место. Однажды одни из его питомцев, а именно мутировавшие из-за криптонита жуки, покусали его, подарив удивительные и пугающие силы. Нет! 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 Из застенчивого парня Грег превратился во властное и жестокое существо, убивающее любого, кто вставал у него на пути, даже собственную маму. Грегори получил множество разных способностей. Например, по физической силе он стал значительно превосходить обычных людей, чуть-чуть не дотягивая до самого Кларка Кента. Также Жучок стал очень ловким и мог перемещаться быстрее, чем позволял видеть человеческий глаз. Папа! Кроме того, появились и обширные регенерационные способности. Любые дефекты, которые были у Грегори до мутации, исчезли, а раны заживали в ускоренном темпе. Также в случае смертельной опасности он может распадаться на множество небольших насекомых, а после собираться обратно. Самой пугающей способностью данного персонажа была паутина, которую он мог выстреливать из своего рта, окутывая своих противников. Такие жертвы впоследствии могли использоваться либо для питания, либо для спаривания. Не подходи к ней. Далее идет Джефф Палмер, который нашел необычные зеленые розы, изменившие свою структуру благодаря почве, содержащей криптонит в довольно больших количествах. Хватит! Изучив растения, парень при помощи пресса сделал выжимку масел, а после на их основе создал крем, делающий использующего его полностью невидимым. Крем не оказывал на Джеффа никаких побочных эффектов и в то же время мешал Кларку четко видеть рентгеновским зрением своего противника. Когда невидимка нападала, самым страшным для жертвы было то, что она даже не понимала, кто ее убивал.
Джереми Крик, также известный как электрическое пугало. После воздействия криптонита получил способность управлять электричеством. Бедный паренек стал жертвой футболистов школы Смолвиля и их любимой забавы. Каждый год они собирались вместе и выбирали новичка, которого затем тащили на кукурузное поле, раздевали и били, а после привязывали к кресту. Несчастный должен был висеть, пока его не находили случайные прохожие. Помоги мне. Пожалуйста. Джереми висел недолго. Упавший около него метеорит изменил его физиологию, вызвав сильнейший электролитный дисбаланс. Парень, ты меня здорово напугал. Электролиты — это ионы в организме человека, которые содержат электрические заряды и играют важную роль в обеспечении нормального функционирования организма. Из-за такого воздействия Джереми впал в кому на 12 лет, а все его органы вошли в состояние гибернации, полностью предотвращая старение самого тела. Помимо этого, клетки парня смогли проводить и накапливать электричество. Спустя много лет мощный электрический скачок перезапустил организм Джереми, и пробудившись, он отправился мстить. Пришел час расплаты. Благодаря своим способностям данный персонаж может высвобождать электрические разряды из любой части своего тела, нанося серьезные повреждения людям и манипулируя разной техникой. Также он хорошо защищен от стороннего физического урона, но уязвим к своим собственным атакам. Шон Кельвин, также известный как Тепложор, студент школы Смолвиля, который после получения суперспособности сошел с ума и стал убивать людей. Началось все с того, что Шон, отдыхая с друзьями, провалился под лед и утонул. Но дно озера оказалось усеяно криптонитом, который изменил биологию Шона, сделав температуру его тела крайне низкой и подарив способность поглощать тепло из любых существ и предметов, содержащих его. Мутация не позволяла ему долго обходиться без подзарядки, которой хватало всего на один день или даже меньше. Поэтому он решил переключиться на человеков. Также Тепложор может превращать огонь и воду в лед, что может как помочь ему, так и привести к серьезным проблемам. Саша Вудман, студентка школы Смолвиля, одержимая идеей стать президентом класса. Однажды она была покусана тысячами пчел, но даже имея аллергию на пчелиный яд, она по какой-то причине умудрилась выжить. А дело все в том, что пчелки были не простые, а мутированные из-за воздействия криптонита. Саша стала для этих насекомых королевой, приказы которой они выполняли безоговорочно. Но лишь до тех пор, пока она не проявила слабость, после чего пчелы решили от нее избавиться. Уолтер Арнольд, тренер футбольной команды «Вороны Смолвиля», благодаря суровым методам и харизме которого, они на протяжении многих лет почти всегда побеждали своих противников. Уолтер является мета-человеком, а свои пирокинетические способности он получил благодаря воздействию раскаленных криптонитовых осколков, которые сам же и принес в сауну, решив, что они придадут его отдыху огонька. Уолтер может заставить любой предмет воспламениться простым усилием мысли, даже не устанавливая с ним зрительный контакт. Может сжечь плоть человека до костей обычным прикосновением. Может контролировать направление распространения и силу огня, и даже воспламенять воду. К сожалению для Уолтера, сам он остался уязвим к своим же собственным способностям, что и стало точкой в его тренерской деятельности. Тайлер Рэндалл изначально был обычным человеком, без каких-либо суперсил. Его мама медленно угасала, испытывая при этом сильные боли. Она попросила сына покончить с ее страданиями, но в процесс вмешалась охрана, во время борьбы с которой Тайлер выпал из окна и разбился насмерть. Однако из-за приема большого количества медицинских препаратов и частей криптонита, застрявших в его запястье, молодой человек воскрес и приобрел очень пугающие способности. Прежде всего, из-за измененной физиологии Тайлер более не может умереть естественной смертью. Он почти не чувствует боль и крайне устойчив к повреждениям.
Дорогой, с тобой все в порядке? Самой главной силой данного мета-человека стала применяемая через кисти рук контактная дезинтеграция, которая за секунды превращала любую органику в пепел. Тайлер хотел использовать свой дар, чтобы помогать тяжело больным людям быстро и безболезненно уходить из жизни. Поэтому его можно назвать относительно добрым... Пеппер. А нет, он убил Пеппера. Жечь. Тайлер! Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и на мою группу ВКонтакте. Кларк? Кларк. Спасибо, и помните, что если вы нашли зеленые камни, то возможно это изумруды, а это значит, что вам повезло. В противном же случае...